Свой 50-й день рождения отметил бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года Владимир Андреев. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-арена спортивная общественность Чувашии поздравляла юбиляра. Легкая атлетика Чувашии всегда была на высоте. Причем не раз на высоте олимпийского пьедестала. Владимир Андреев – призер чемпионата Европы, мира и трижды участник главных стартов четырехлетия. Олимпиада в Сиднее стала вершиной спортивной карьеры скорохода. Об этих и других его достижениях помнят и по сей день. Мы должны знать историю спортсменов, историю чувашского спорта и, конечно же, знать, кто с нами рядом работает. Это очень важный момент, подчеркну. Уверен, что вот эти будущие победы, также наша история нам поможет достичь и в будущем новых побед спортивных, на международной арене. А сегодня много не хочу говорить. Хочется только поздравить нашего Владимира Васильевича, отличного спортсмена, отличного специалиста. Поздравить одного из героев советского спорта пришли руководители отраслевого министерства, коллеги-спортсмены, участники Олимпийских игр, с которыми когда-то он тренировался на одном стадионе, и те, кто только встал на путь большого спорта. Нельзя остановить нам время, оно всегда бежит вперед. Хочу сказать, что мы были молодыми, да, Володя? И не жалея себя, мы с тобой, с нашими старшими товарищами, мы всегда только шли к победам. И что ты принес такую замечательную, внес лепту в историю нашего чувашского спорта, способствовала примеры нашего старшего поколения. Володя, тебе здоровья, береги себя. С сегодняшнего дня ставь новые цели, новые задачи и добивайся их. Владимир Андреев по-прежнему верен спортивной ходьбе. Он работает в школе Олимпийского резерва. А бронзовая медаль Олимпийских игр стала историей мирового спорта. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.